Многие считают, что цикорий – это хорошая замена кофе. Продукт незаслуженно относят на второй план. В отличие от кофе, у цикория почти нет противопоказаний. Сегодня вместе разберемся, как выбрать цикорий. Цикорий – это один из моих любимых напитков, очень полезный и такой достаточно популярный, особенно у тех, кто отказывается в пользу цикория от кофе. Цикорий имеет такой приятный вкус, да, чем-то напоминающий кофе. Он такими свойствами успокаивающими обладает, поэтому его лучше пить вечером. Он может даже помогать вам заснуть лучше. На прилавках магазинов цикорий представлен тремя видами – жидкий, растворимый и молотый. Считается, что жидкий экстракт цикория наиболее полезен. Он не подвергается термической обработке. Цикорий есть порошкообразный. При выборе его обязательно смотрите страну изготовления, а лучше всего качественный декларатор. Экологичный цикорий – это производство Франции, средиземноморские страны. Там будет наилучшее качество цикория. На ощупь, когда вы трогаете упаковку, там не должно быть комочков. То есть, если комочки, значит, туда попала влага, и продукт будет некачественный. Вкус цикория зависит от его обжарки. Чем темнее продукт, тем более насыщенный вкус получится у готового напитка. Качественный цикорий не должен иметь резкого запаха. Он говорит о том, что в продукт добавили ароматизаторы. Цикорий может быть в баночках стеклянных. Тогда уже смотрите состав, чтобы там не было большого количества сахара. Это смотреть по количеству углеводов. Чем больше углеводов, тем больше в составе сахара. Может быть, сахар заменен на мед. То есть уже такая готовая смесь, которую вы кладете, просто завариваете, и у вас будет уже сладкий, такой бодрящий напиток. При выборе цикория также обратите внимание на упаковку. Лучше всего покупать продукт в металлизированной или вакуумной пачке. Цикорий в бумаге или пластике приобретать не стоит. Теперь вы знаете, как выбрать цикорий. Приятных вам покупок!